Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим о реализации своих масштабных амбиций. Друзья, внимание на экран. Рыночная экономика трактует молодежи вести динамичный образ жизни и стремиться реализовать себя в профессиональной и творческой деятельности. Иногда эти амбиции бывают очень масштабными – запустить международный IT-бизнес, вести дела с партнерами по всему миру. И стремясь реализовать такие амбиции, многие молодые люди ориентируются на переезд из Якутии. Сергей Протопопов – IT-бизнесмен, занимался компьютерными играми, участвовал в создании и запуске ряда высокотехнологичных компаний. Сейчас Сергей продолжает свои международные проекты, является резидентом технопарка Якутия, ведет активную инновационную деятельность в России и за рубежом. Действительно ли информационный век позволяет достигать успеха, где бы ты ни находился? И можно ли реализовать свои масштабные амбиции, проживая в Якутии? Дорогие друзья, чтобы разобраться в этой проблеме, нам необходимо разделиться на две группы. Оптимисты – это те, кто считает, что информационный век позволяет нам работать и достигать успеха на международной арене, даже находясь на расстоянии. Самое главное – это мотивация и ответственное отношение к своему делу. Пессимисты – это же те люди, кто считает, что если ты хочешь добиться большего, тебе рано или поздно придется поменять свое место проживания, и, находясь в Якутии, и развивать свой международный проект невозможно. Угу. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. Важно убедить своими аргументами. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедится в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И наоборот, пессимист, который убедился в верности позиции оптимистов, может перейти на их сторону. Угу. Итак, дорогие друзья, выбираем зоны. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Ну что ж, дорогие друзья, встречаем нашего героя. Новатор и энтузиаст. Человек, желающий мотивировать якутян на новые свершения. IT-предприниматель. Сергей Протопопов. Сергей, здравствуйте. Да, приветствую. Приветствую, Антон. Приветствую, Сергей. Евгения. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно одна минута, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Я Сергей Протопопов, IT-предприниматель. У меня компания «Бунтар». Мы продаем на миллиарды рублей в интернет. И делаем это, живя в Якутии, иногда живя в других городах. И у нас большая команда в этом плане. И я такой человек, который имеет образование юридическое, экономическое, но при этом занимается бизнесом, предпринимательством и считает, что образование только помогает в этом. И мне кажется, что IT – это одна из таких важнейших отраслей нашей республики, не умаляя другие важность других отраслей. Поэтому сегодня вечером я пришел к вам, чтобы поговорить как раз вот на тему того, как можно здесь продвигать новые проекты, новые бизнесы, может быть, не только бизнесы, социальные проекты, например, и как это делать, живя или не живя в Якутске. Сергей, ну что, давайте мы начнем с блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрые ответы. Так, первый вопрос. У вас за плечами несколько успешных стартапов, в том числе работа с ведущими IT-компаниями. Как вы считаете, как современная ситуация повлияла на ведение международного бизнеса из России? 2005 год, 2006 год. Мы, такие молодые ребята, говорим, мы будем делать компьютерные игры. Представляете, нам по 19-20 лет. Делать их в Якутии. Нам говорят, делать в Якутии, да, и продавать их в США. Говорим, ну, по миру. Мы уже через год продавали больше, чем на миллион долларов. В то время, казалось бы, что это было невозможно. Мировая конъюнктура говорила о том, что российские компании нигде не ждут. Тогда было так же. Сейчас ситуация, да, казалось бы, хуже, но если мы посмотрим 2006 год, то увидим, что ничего не хуже. Ситуация не сильно изменилась. Никогда нас с распростертыми объятиями нигде не ждали. Поэтому не надо думать, что нас должны с караваем ожидать, а просто идти и делать. Поэтому я считаю, что нынешняя ситуация все равно позволяет делать проекты, в том числе международные, в том числе из Якутии. Сергей, вы живете на два города, это Москва и Якутск. Можете ли вы себя назвать москвичом, либо же ваше нахождение в Москве – это только для решения рабочих вопросов?
Я живу сейчас, да, на два города в большей степени, Москва и Якутск. И при этом я считаю, что такой режим жизни сейчас наиболее, не знаю, благосклонен к всему, что сейчас происходит. Так ты становишься более нужным даже людям. Даже твои родственники ждут тебя намного сильнее и эффективнее, если ты куда-то уезжаешь. Когда ты приезжаешь, ты уже вибрируешь другой энергией, скажем так, и тебя встречают еще лучше. И поэтому я бы здесь, наверное, занял в нашей сегодняшней дискуссии такую позицию, что надо жить на несколько городов, но не забывать о своей родине и понимать, что ты здесь. Поэтому я прописан в Якутске, я плачу налоги здесь и живу в большей степени, наверное, сейчас сложно сказать, где в большей степени живу, но я считаю себя якутянином и якутским человеком. Поэтому вот такая история. Кто такой патриот своей родины и считаете ли вы себя таковым? Да, я считаю себя патриотом своей родины, как малой родины, да, вот Якутии, так и России. Так, несмотря на то, что сейчас там везде, казалось бы, не любят, да, например, Россию, да, говорят что-то так. Но на самом деле это только в каких-то политических кулуарах или каких-то политических дискуссиях, которые в средствах массовой информации мы видим. Мои друзья, мои знакомые, там, в том числе там, из Китая, из других даже западных стран, везде отзываются о России очень хорошо. Нет никакого такого, какого-то прям на бытовом уровне негатива. Поэтому я считаю себя патриотом как и России, так и Якутии, да. Вы имеете опыт работы, в том числе на государственной гражданской службе. Не будь у вас этого опыта, как вы считаете, достигли ли бы вы того результата, который, собственно говоря, сейчас имеете? Антон, Евгений, НВК, вы меня удивляете в хорошем смысле слова. Вы раскопали эту мою историю. Я считаю, что вот того уровня организации у себя в бизнесе я бы не достиг, если бы не поработал в государственной структуре. Поэтому я чрезвычайно благодарен тем годам, которые я провел в налоговой, потому что это большой коллектив. Представляете, вот у меня, например, в городской налоговой больше 300 человек, да, и почему меня говорю, потому что я профсоюзный лидер, общественник, и в управлении Федеральной налоговой службы тоже 200 человек, а всего мы несколько тысяч человек собирали. Поэтому я считаю, что каждому человеку, наверное, знаете, вот молодому человеку, если вот сегодняшняя наша аудитория обратится, то надо поработать официантом, надо поработать помогайкой на рынке, поработать немного хотя бы, и надо поработать на госслужбе или в крупной корпорации. Это очень полезный опыт, и для меня это тоже явилось таким именно опытом. Какая она, по вашему мнению, современная якутская молодежь? Я думаю, что современная якутская молодежь — это, знаете, лекало из мировой такой молодежи. Я такой молодежи не видел, наверное, нигде еще в мире. Это ребята, которые живут в своем городе и не представляют... Нет такого ощущения, что они вот собрались уезжать, например. Но и нет такого ощущения, что вот они вот тут прям все, вот никуда больше, да. Я вижу очень открытых миру людей. Я вижу, как корейская культура заходит, как русская культура, как якутская культура тоже вот зарождается, во многом, да, зарождается. И мне кажется, что молодые ребята в Якутске — это одни из лучших образцов вообще юности, молодости, дерзости и того, что есть, можно сказать, вот как одним словом, перспективность. Поэтому я вижу в молодых людях, у меня в компании тоже молодые люди приходят, это поколение Z, например, которое называется, вот за мной, это получается второе поколение после меня, да? Хотя я себя тоже к юным достаточно отношу, но тем не менее я вижу, что это другие люди, и это мои братья, это мои сотрудники, это мои товарищи, соратники. Я не смотрю на них свысока, я смотрю, что мы на равных, но вижу, что это супер перспективные ребята. Вот так. А достаточно ли внимания на сегодня уделяется развитию молодежи со стороны именно республики? Я, наверное, как резидент технопарка Якутии, да, здесь выражусь. В 2006 году, когда мы начинали, например, IT-бизнес, да, нам говорили, мы были молодые ребята, которые вот, это молодые идеи, да, никто не верил в это. Нам говорили, что это невозможно. Но сейчас я вижу, что, наоборот, государство идет вот, и говорит ребятам, это возможно, делайте. И поэтому, мне кажется, это большая ценность. И я хотел бы здесь выразить, наверное, благодарность. Я не люблю подхалимаш или какие-то такие вещи, но мне нравится то, что сейчас делает власть наша в плане именно развития молодежи и предпринимательства. Ну, я в большей степени вот в этой, да, предпринимательстве. Или Мусустар, например. Посмотрите, какое шикарное открытие было. Это не знаю, это как Олимпийские игры буквально, да, это было масштабно, круто, технологично, и мне кажется, что сейчас выбор курса сделан верно, и есть, конечно, недоработки, абсолютно точно, но я вижу, что есть хорошие поползновения в эту сторону, хорошие тренды. А с чего начать свою работу в IT и как стать успешным в этом деле? С IT, знаете, как лучше всего начать? Почти как и в любом деле, согласиться на тройку.
мы все отличники, да, и вот наверняка вот сейчас у нас телевидение, родители смотрят, например, и все требуют пятерок в школе, пятерок в вузе. Это хорошее стремление, это надо продолжать, но надо уметь иметь такую штуку, как соглашение на тройку. То есть, если вы только начинаете какой-то проект, особенно в IT-сфере, вы должны согласиться на тройку, сделать на тройку, что-то вот сделать, и вот никто не хочет признаваться, что, ну, это я сделал, да, ну, какое-то оно не очень такое красивое, такое, ну, такое кособокое какое-то, как будто из скотча все вылеплено, да, никто не хочет признаваться. Ну, вот надо найти в себе смелость и признаться, да, это я сделал, да, это я на троечку сделал, и если вы сможете это с собой проделать, то вы сможете запускать проекты. А когда вы запускаете проекты, говорите об этой идее, к вам присоединяются многие соратники, и ваш проект начинает взлетать на другие этапы, и таким образом вы сможете наконец-то получить собственный IT-проект. Не занимались бы вы IT-бизнесом? В каком направлении бы вы предпочли развиваться? У меня круг интересов просто гигантский. Я люблю технику, я люблю технологии, я люблю животных, я люблю растениеводство, путешествия и прочее, прочее. Я думаю, я бы нашел... И, честно говоря, я занимаюсь очень многими вещами параллельно своему IT-бизнесу. Я надеюсь, что вот эта передача наша сегодняшняя, вечерняя, пятничная, тоже даст такие пищу для ума, что в выходные как раз есть время, да, подумать, что-то делаете, там снег разгребаете, что-то. И подумайте, что бы вы еще могли поделать. Не застревайте вот в одной деятельности. Даже я занимаюсь не только IT, хотя у меня огромное количество задач там, но я занимаюсь еще и другими вещами тоже. Поэтому я уже занимаюсь какими-то другими вещами, в том числе фермерством через отца, например, в Таттинском Улусе. Да? Поэтому призываю делать разные вещи. Итак, Сергей, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились оптимисты, те, кто считают, что информационный век позволяет нам работать и достигать успеха на международной арене вне зависимости от того, где ты находишься. Самое главное – это мотивация и ответственное отношение к своему делу. Слева же от вас расположились пессимисты. Это те люди, которые считают, что если ты хочешь добиться большего, то тебе рано или поздно придется поменять свое место проживания. Находясь в Якутии и развивать свой международный проект практически невозможно. Друзья, ну что, давайте поделитесь, почему вы заняли ту или иную позицию. Какие у вас есть аргументы по ней? Давайте начнем с стороны оптимистов. Все-таки сейчас уже век технологий, так как мы знаем то, что сейчас уже большинство материалов идут от творчества, такой авторские права, творческие рисунки, это все продается в интернете. В принципе, не вижу причин того, чтобы не зарабатывать, не быть успешным где-нибудь, где угодно, где есть интернет. Дорогие пессимисты, пожалуйста, послушаем вас, почему вы сегодня сидите на этой стороне. Если у тебя есть амбиции, если у тебя есть бизнес, ты в любом случае будешь расширяться. Ты не можешь достичь какого-то потолка стеклянного, тебе нужно расширяться. И, к сожалению, Якутск — это провинциальный город. Я не отрицаю, что у нас есть отличные, скажем так, условия для развития стартапов, чтобы они появлялись. У нас это отлично есть. Но если хочешь развиваться дальше, и вы, в том числе, наш уважаемый гость, отличный тому пример, что вам нужно выходить за рамки Якутска. А проживать могут в Якутске, вот, потому что налоги у нас меньше, чем в Москве, поэтому прописка, я не знаю. Ну, в общем, у меня такая позиция. Спасибо. Так, пожалуйста, еще мнение. Цифровые технологии сейчас везде развиты, и они помогают пробиться, так сказать, в тех сферах, с которыми, можно сказать, они не очень сильно связаны. Это в науке. Цифровые технологии связывают многие страны, и никакие ограничения на это не действуют. Мы можем учиться, развиваться, и чем больше будут развиваться эти технологии, тем лучше будет ученым. Спасибо. Спасибо. Пессимисты, давайте послушаем ваше мнение. Якутск такой город, в котором мало чего присутствует. То, что тебе, чтобы хорошо развиваться, надо будет все равно куда-нибудь переехать. Например, возьмем сферу медиа. Тут особо каких-то мероприятий проходят, но там, если ты станешь топ-блогером, то тебе придется все равно часто ездить в другие города, чтобы там участвовать в съемках. Ну, или, например, большие компании, чтобы они становились еще больше, им нужен город больше и охват больше. Спасибо. Еще мнение давайте послушаем со стороны оптимистов. Сейчас мы живем в эру глобализма, и любая информация доступна в интернете. И можно прекрасно развиваться в городе Якутске, и если затрагивать конкретно медиа, то можно создавать контент прекрасный в Якутске и не обязательно куда-то ехать для этого.
Вот. Спасибо. Давайте продолжим. Мнение пессимистов. Цифровой век не умаляет таких аспектов, как управленческая деятельность. То есть все равно нужно, чтобы быть эффективным, присутствовать. А также важности личных встреч, допустим, с новыми партнерами. Поэтому я принял позицию пессимистов. Ну, буквально по одному мнению с каждой стороны. Давайте послушаем мнение со стороны оптимистов. Я считаю то, что Якутия – это вообще регион возможностей. Считаю то, что здесь достаточно слабая конкуренция. И если делать что-то, то можно сделать что-то очень крутое и в нашем регионе. Плюс от, скажем так, ну, ваших же технопарков есть хорошие поддержки. Спасибо. Условия создаются. И еще одно мнение со стороны пессимистов, пожалуйста. Я лично не согласен с Викторией, потому что, вот, например, пусть тут и конкуренция маленькая, но тема всего этого в том, что нужно смотреть более глобально. И если ограничиваться лишь Якутском, то особо ничего не будет. Вот, например, вот мой тон, она же из Якутска переехала, и сейчас, кажется, она даже лучше стала, по-моему. Да? Нет? Да? Ладно, куча. Хорошо. Да. Спасибо. Ну что ж, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Сергею. Пожалуйста, вопросы со стороны оптимистов. Ребята, ваши вопросы. Давайте микрофон передадим. Кто круче, айтишники или инженеры, заводники? И там это инженеры. И надо выбирать по своему духу. Если ты человек, который хочет именно руками работать с физическими вещами, то, наверное, это в инженеры. Если ты человек, который умеет мысль абстрактную, например, умеет, то ты видишь огромное количество вещей в онлайн-формате, когда ты с клавиатурой работаешь. Поэтому здесь надо исходить из собственных предпочтений. Поэтому отвечу таким образом, что это и те инженеры, но они выбрали по своему предпочтению работу. Вот так. Пожалуйста. Да, сейчас ребята просто пользуются моментом, то, что они сейчас молодые и набираются опыта в разных сферах. И как же этим ребятам, которые таки-таки, попробовав много-много профессий, не поняли, кем они хотят быть? Я думаю, что самое страшное это внезапно понять, кем ты хочешь стать или кем ты являешься. Я думаю, что жизнь, она заключается вот в моменте и в поиске, да, не только себя, а вот тех вещей, которые тебе интересны. У меня есть, например, знакомые, я могу, не осмелюсь сказать, что это мои друзья, им 90 с чем-то лет, 87 лет, например, да, и я вижу, как они занимаются все новой и новой деятельностью. И мне это очень нравится и импонирует. Это не значит, что у них есть core деятельность, то, чем они уже в основном времени занимаются, но плюс они всегда что-то добавляют. Кто-то даже пытается с парашюта прыгнуть и какие-то вещи. Поэтому я только приветствую, чтобы люди пробовали разные вещи. При этом я бы, наверное, чуть-чуть остепенил тех, кто совсем скачет, и сказал бы 2 года. 1 год, 2 года хотя бы в одном месте, чтобы ты точно понял, что это заходит. Люди меняются, и ваше собственное отношение к той ситуации, когда ты только пришел в этот рынок или вот в новую область, тебе абсолютно не нравилось, и ты абсолютно влюблен, проходит определенное время. Поэтому дайте себе год хотя бы в одном месте поработать, и тогда вы начнете понимать, что вам больше всего нравится именно на той или иной работе. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы со стороны пессимистов. Как будет IT в Якутии развиваться во время этого железного завеса вокруг России? Железный занавес и прочее – это то, что разгоняется недружественной, скажем так, риторикой информационной. И надо сейчас понимать, что все остается в принципе по-прежнему, если мы говорим про IT-бизнес или про те возможности, которые для людей существуют, чтобы делать проекты в мире. Просто пробуйте делать. Сначала попробуйте поехать, попробуйте с британцами контракт сделать. Все будет окей, я думаю, и вы найдете выходы. И классно упомянули про Китай. Китай открыт сейчас еще лучше. Видите, вот есть возможности еще больше, да? Индия открылась, а Индия очень интересный рынок. Поэтому я думаю, что возможности только добавляются. Конечно, есть большие проблемы во многих областях, но они нас не касаются, потому что мы только начинаем, каждый из нас, да, во многом. И можно начинать. Разрешение не надо спрашивать, надо начинать. Железного занавеса не существует. Пожалуйста, еще вопросы со стороны
оптимист. Вы непосредственно добились своего успеха в IT-сфере. И как вы считаете, можно ли добиться таких же больших успехов и в других направлениях? Если можно, то какие самые актуальные ниши и самые перспективные направления вы видите? Якутск и Якутия – это суперплощадка для запуска международно ориентированных проектов. Поэтому надо здесь делать классные проекты, но делать их таким образом, с таким нацелом, что это можно тиражировать в другие города, в другие страны, вообще в мир. Поэтому мир открыт, и любые направления, возможности, которые возникают в голове, можно пробовать делать. Ну что, спасибо за ваши вопросы, благодарим вас за ответы. У нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран. Как вы считаете, амбициозна ли современная якутская молодежь? Ой, извините, я не смогу ответить. Ну, я думаю, то, что у нас очень амбициозная молодежь. Я вот вижу, как, допустим, например, в спорте наши дети развиваются, стремительно идут вверх, а также наши дети хорошо учатся. Я бы не сказал, то, что у нас молодежь как-нибудь деградирует или что-нибудь типа такого. Думаю, что да. Ну, здесь я не могу не согласиться. Я сама в прошлом году состояла в активе старшеклассников, и мы очень много таких мероприятий организовывали для школы. Да, считаю. Или все-таки по большему счету им ничего не нужно? Я считаю то, что они очень амбициозные. Почему? Потому что у меня окружение амбициозное очень. Амбициозна ли современная якутская молодежь? Да, слава богу, есть такое. Ну, более сознательное, чем наше поколение. У тебя это сложный вопрос. Вообще, я даже не знаю, честно. Кстати, да, я считаю, что она вполне себе амбициозна. Угу. Или же ей все-таки ничего не нужно? Нет, сейчас современная молодежь достаточно целеустремленная, они очень осознанные, они четко знают, чего хотят, идут к своим целям, и, мне кажется, будущее за нашей молодежью, да. Амбициозна ли современная якутская молодежь? Ну, думаю, они амбициозные. Почему? У меня в вузе там большинство однокурсников, активисты там. Да, амбициозно. Или же все-таки ей ничего не нужно? Да нет, по сравнению с предыдущим поколением более амбициозно. Ну что, посмотрели мы с вами такой небольшой видеосюжет, опрос нашего населения, и как раз таки, что заметили, большинство считает нашу молодежь якутскую амбициозной. Давайте зададимся вопросом. Что предопределяет наличие амбиций у молодых ребят? Что предопределяет? И нормально ли, если кто-то ни к чему не стремится? Давайте начнем с стороны оптимистов. Я считаю, что амбициозность молодежи в принципе определяет уровень образования. Если вы с самого детства чему-то учитесь, развиваетесь, интересуетесь, то вы будете амбициозными по жизни, потому что нам будет интересно познать новое, научиться чему-то новому. Поэтому от уровня образования зависит очень много. И слава богу, наша молодежь очень образованная. Нынешняя молодежь в Якутии очень амбициозная. Мы ставим конкретную цель, и мы этого добиваемся. А то, что сейчас... Ну, вопрос был в том, что нормально ли то, что кто-то к чему-то... Ну, вообще ни к чему не стремится. Я считаю, что это ненормально, потому что каждый должен стремиться улучшить себя. Нет такого потолка, то, что ты стал где-то настолько лучшим, что тебе никуда не надо стремиться. Нет предела совершенства. Спасибо. Да. Спасибо. Еще мнение. Я думаю, то, что благодаря многим организациям, которые начинают активизировать молодежь, тем самым то, что дают им какую-то работу, проект, дела, кейсы, которые они разбирают, и молодежь просто с своим же абсолютно без опыта начинает что-то нарабатывать, искать новые пути решения каких-либо проблем, и вызывает тот же интерес, что и как в младенчестве, когда все интересно, когда все большое, неизвестное, и кажется так. Спасибо. Спасибо. Пессимисты, пожалуйста. Во-первых, хотелось бы сказать, что у каждого человека есть свои инстинкты, неважно, какое поколение. И каждый человек рано или поздно начинает осознавать, что ему надо чем-то питаться, как-то зарабатывать и жить одним и тем же днем каждый день. Ну, камон, никому не интересно. Поэтому я считаю, что инстинкты и самосознание вполне себе предопределяют человека, желание человека. А нормально ли, если кто-то не стремится ни к чему?
это абсолютно ненормально, потому что все человечество стремится развиваться. Спасибо, давайте поаплодируем. Еще мнение? Нормально ли человеку не стремиться к чему-то, но это философский вопрос. Я считаю, что да, но все равно человек когда-нибудь к чему-то приходит, и он к чему-то начинает стремиться, потому что иначе его жизнь бесцельна и бессмысленна. И ну, я как представитель молодежи могу сказать, что предопределяет амбиции. Да? Я вижу проблемы, я вижу возможности. У меня появляются идеи, появляются цели. И таким образом образуются амбиции. Все. Угу. Спасибо. Спасибо. Еще мнение, пессимисты. Что касается молодежи Якутии, стоит сказать большое спасибо нашему правительству Республики Саха-Якутия, потому что то же самое Малая Академия Наук, которая появилась при нашем первом президенте РСЯ. Вообще у нас, скажем так, власти очень отлично и хорошо взаимодействуют с молодежью. Всякие там научные, там, всякие центры, Академии Наук. Короче, очень в этом плане, конечно, у нас все круто. Что касается молодежи, которая какая-то амбициозная, какая-то нет, это нормально. Есть люди, которые стремятся к чему-то, они хотят быть главными, а есть те, которые не стремятся, и ими нужно, чтобы эти главные управляли. Это обычная психология у людей, потому что если все будут стремиться, это невозможно просто навсего. Сергей, мнение ребят не послушали, твое мнение тоже интересно узнать. Как ты считаешь, что все-таки предопределяет наличие амбиций, и нормально ли, если человек ни к чему не стремится? Амбиции – это классная штука, которая зарождается, но не надо его прям вытаскивать, когда ее прям сразу не видно. Она появится тогда, когда вы успокоитесь, когда вы перестанете себя дергать, перестанете дергать вокруг всех остальных, просто успокоитесь и начнете интересные вам дела. Спасибо, давайте поаплодируем. Дорогие друзья, молодежь Якутии, какой вы можете охарактеризовать ее сегодня? Что ею движет и как ее объединить, и стоит ли вообще это делать? Какая молодежь Якутии сегодня? Давайте начнем с стороны оптимистов. Какой вы ее считаете? Какой ее можете охарактеризовать? Что ее движет? Вообще, нужно ли ее объединять? Если да, то каким образом? Я считаю, что молодежь Якутии уже объединенная, как уже было упомянуто ранее другими участниками, нашим гостям. Очень много есть различных организаций, где молодежь участвует, поэтому объединять молодежь не нужно. И, как мы уже до этого говорили, она весьма амбициозна и заинтересована в том, чтобы... Объединять не нужно, потому что она уже объединена. Да, да, я это имею в виду. Угу. И, как я уже говорила, она амбициозна, заинтересована в своем развитии, и она стремящаяся к лучшему, в принципе. Еще мнение. Я думаю, суть не сколько в том, то, что мы объединены, сколько в том, что мы не разобщены. Людей вообще объединяют разные вещи, как увлечения, так и общие там, ну, самое искреннее, что может объединить людей, это общие цели. И поколение Z характеризуется тем, что оно, ему интересно все. Он хочет повидать весь мир, хочет изучать что-то новое и так далее. И если дать людям какие-то общие цели, да, то тогда они объединятся, и это будет самый искренний союз, так сказать. Еще мнение. Меня окружают, в моем окружении очень много амбициозных людей, которые сами создают проекты, которые собирают молодежь другую, тем самым коммуницируя друг с другом и вдохновляя друг друга, что очень важно. Вот. Поэтому я считаю, что наша молодежь, она уникальна. Спасибо. Мнение, ребята, опять же, мы услышали. Сергей, ваше мнение на этот счет? Я думаю, что якутская молодежь, она такая продвинутая и позитивная. И самое интересное, она отпущенная родителями творить интересные вещи. Родители все-таки присутствовали, видимо, в тектонических изменениях вообще в обществе и говорят, а ладно, делайте, наверное, вы лучше знаете. И это здорово. Я вижу развязанные руки, и ребята идут, и они идут в позитив. Это здорово. И объединена ли якутская молодежь и нужно ли ее объединять? Я абсолютно уверен в том, что нужно больше разных мероприятий, разных ивентов, разных событий таких, которые бы объединяли молодежь вокруг самых разных тем. Например, этот IT-парк, да, который мы создавали, где, казалось бы, не очень популярная тема, да? Сколько у нас айтишников, зачем их объединять? И когда даже вот вопрос стоял, как, в чем заключается объединение айтишников, мы тогда пришли по аналогии с борьбой.
Вот если в борьбе мы собираем ковер, и люди вот в ковре, да, вот как-то дружат и объединяются, за счет этого олимпийскими чемпионами могут стать, то в айтишной сфере мы начали говорить о том, что есть коверкинг-центр. Это как коворкинг-центр, да, например, отсюда из игры слов взяли. И мы начали делать таким образом, чтобы в IT-парке на первом этаже было кафе, чтобы все люди сталкивались, чтобы они все как-то, хоть как-то событийно, физически сталкивались. Поэтому наши предки не зря делали эх, да, вот, и если мы посмотрим, то это же для объединения молодежи во многом. Чтобы они раздали, во-первых, вторую молодежь, во-вторых, чтобы они как-то, да, люди новые делают, новых людей. Плюс для того, чтобы они действительно зарождали новые проекты. И я думаю, что нельзя ругать ни правительство, ни разные общественные организации в том, чтобы они делали много событий. Хотя многие говорят, зачем тратить деньги на еще одно молодежное мероприятие. Их должно быть много, их надо делать столько, сколько вообще возможно делать. Вот. Сергей, какой совет вы сегодня дадите нашим ребятам? По жизни надо быть оптимистом, да, я в этом уверен, потому что если ты смотришь на жизнь пессимистически, то у тебя вот именно лекало становится пессимистическим, да, и у тебя начинает вот в этом ключе. В сегодняшней встрече мы говорим о том, что можно ли делать так, что, живя в Якутии, вы будете создавать международные проекты или всероссийские проекты. Я думаю, что пора переходить именно в сторону оптимистов, что действительно это можно делать. При этом ни в коем случае не ругайте пессимистов в том отношении, что надо жить в разных городах. Современность, она подана таким образом, чтобы вы не родились в одном улусе и именно в этом улусе же и умерли. Может быть, умереть вы туда и приедете, это нормально. Но во время жизни, пока вы живете, мир открыт. Есть самолеты, можно летать, есть машины, пароходы. Вы можете действительно передвигаться и жить в разных городах. При этом мне всегда говорили, что я перееду из Якутии. Но, как видите, я этого не сделал. У меня здесь дача, у меня здесь квартира, машина, собака и так далее. Поэтому я верю в то, что можно жить в разных городах и жить одновременно при этом в Якутске, потому что это наша родина, малая родина, огромная при этом. И я хотел бы убедить вас в том, что надо переходить в сторону оптимистов, в том ключе, что можно делать проекты, начиная из Якутии, на весь мир. Круто. Аплодисменты. Ну что ж, наступил тот самый момент, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. А пессимисты могут поменять свое мнение и перейти на другую сторону. Угу. Ну что, опять же, вспоминаем все те аргументы, которые сегодня высказывались, и определяем свои окончательные позиции. Ну что, на счет три можно будет перейти. Так, раз. Два. Три. Все остались пешими. Давайте поаплодируем, ребята. В любых вещах крайности – это плохо. Даже в хороших крайнее проявление – плохо, в плохих крайнее проявление – это плохо. И тут я когда читал тему, мне показалось, что слишком крайности. У пессимистов слишком крайняя точка зрения. И у оптимистов тоже, в принципе, крайняя точка зрения. Надо быть все-таки чуть... Я поэтому стал по центру, думал, можно сесть там, на подиуме, типа, между пессимизмом и оптимизмом. Потому что слепой оптимизм – это тоже плохо, и крайний пессимизм – тоже плохо. Так, ну и давайте в том числе поинтересуемся у ребят, почему они остались, да, при своем мнении. Пессимисты, почему вы остались при своем мнении? Для меня сегодня прям убедительных аргументов с вашей стороны не прозвучало. Для меня главным аргументом служит именно личный опыт. Для меня один важный человек, то есть мой старший брат, он айтишник, и он работал над разработкой приложений для айфонов, и он решил не оставаться в одном месте. Он переехал в Казань и там продолжает развиваться вместе со своей семьей. Ну что ж, Сергей, а кого вам бы хотелось сегодня отметить из числа наших сегодняшних участников? Мне ребята очень все понравились, и пессимисты тоже понравились, и оптимисты тоже понравились. И в этом ключе, вот как... Кирилл, да. У Кирилла аргументация была такая очень спокойная, и так он очень хитро заходил. И мне кажется, мы можем отметить Кирилла особенным образом. Кирилл, пожалуйста, мы тебя просим подняться на наш подиум. Сергей, ну что ж, пожалуйста, вам слово.
Да, всем большое спасибо участникам, телезрителям, потому что вы нашли в этот вечер время. Я бы хотел немножко рассказать, почему я решил подарить эту книгу именно, да, одному из самых активных участников сегодняшнего вечера. Эта книга «Просто делай, делай просто» Оскара Хартмана, человека-предпринимателя, инвестора, человека, который верит в других людей, инвестирует, филантроп. И эта книга издана якутской компанией, нашей компанией «Бунтар». Да, и я думаю, что невозможное возможно. Эта книга абсолютный бестселлер по всем нон-фикшн, нехудожественной литературе по всей. И это стало возможным благодаря тому, что якутская компания, да, объединилась с людьми, у которых мысли классно излагаются. И это про то, что просто делай. Делай просто, да, потому что тогда у тебя будет получаться. И такой массажер, это специальный массажер, это все символическое. Здесь я приложил руку, да, чтобы эта книга появилась на свет и стала бестселлером. А здесь это в 2010 году я занимался таким бизнесом, когда я продавал массажные системы. Я просто начал. И это говорит о том, что важно здоровье еще. Если у вас есть здоровье, если есть здоровье у ваших родителей, и вы можете что-то делать, то у вас все получится. Кирилл, пару слов о себе. Еще спасибо. В последнее время очень увлекаюсь подобными книгами. В общем, очень понравилась передача. Я узнал вас получше, узнал жизненные примеры, как, ну, вообще, как люди достигают своих целей. Немножко о себе, но сейчас я занимаюсь некоторыми проектами, медиапроектами. Хочу создать фильм, да, снять его. Как раз-таки о том, что важно оставаться в Якутии, а не переезжать, ну, в другие страны, что можно и здесь добиваться. В общем, большое спасибо. Ну а сейчас мы приглашаем всех присутствующих в аудитории подняться на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли пообщаться немного друг с другом, ну и, конечно, с нашим гостем Сергеем Протопоповым. Пожалуйста, поднимайтесь. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была программа «Я молодой». Ее ведущие Евгения Акимкина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Мне формат передачи очень понравился, потому что любая наука, она в антагонировании на самом деле развивается. И участием на этой передаче я хотел призвать и обратиться к жителям республики с тем, чтобы они начинали делать и делали это красиво. Пишите в студию о том, что вы хотели бы видеть еще дальше. И в нашей работе тоже. Вот мы предприниматели, что бы вы хотели, чтобы мы делали. Поэтому спасибо огромное всей нашей сегодняшней аудитории. Ребята были классные, заряженные. И в этот пятничный вечер, я надеюсь, вам подарили очень много таких позитивных эмоций и веру в будущее.